Это займет 3 секунды, а сделаете очень круто. А перед началом видео хочу вам посоветовать очень крутой канал под названием Twister Play. Канал вообще где-то пару недель, только начал выпускать видео, у него уже 13 подписчиков, да. На этом канале я буду играть и проходить игры, стримы будут редко. Да, хочу сказать, как сказать, он играет в Brawl Star. Я называю, кто играет в Brawl Star, Brawl Starщики. Наверное, такого слова нету, но я его придумал, да. У него уже есть интро, и первое видео набрало у него довольно прилично. 82 просмотра за неделю, то есть неделю каналу всего лишь, да. Обязательно подпишитесь на этот канал, ссылочка будет в описании. И всем привет, ребята, с вами Савчко, да, и сегодня у нас будет реакция на Black Star, да. На Black Star, увы, не клип, но песня тоже что-то, потому что реакция и на песни, и на все. Да, как вы поняли, это Егор Крид, да, Егор Крид, новая песня. «Время не пришло», премьера трека 2019. Если, мне кажется, если он сейчас зайдет, он набрал уже 500 000 просмотров, этот трек в Ютубе, да. И мне кажется, они он выпустит все-таки клип. Я уверен в этом. Не на 100%, конечно, но, скорее всего, уверен, клип будет. Так что давайте начинать слушать. Детка, я влюблен. Не беру твой телефон. Когда все ясно по взгляду, не просто прощать, когда рушишь клятву. Мы хотим доверять, но так сложно понять, где ложь, а где правда. Какие панчлайны? Так, по первой минуте прослушивания, это я уже уверен, 100% это какой-то лирический полурэп, да, полухип-хоп. Ну, скорее всего, это больше, как сказать, лирическая песня, но такая полу все равно рэп, да, про любовь, да, песня. Это все непросто. Мы всегда на пути туда, где нам страшно и где очень остро. Наш маленький остров, наша постель, но снова другая кровать, и снова не ты, снова дурацкий отель. Ты прости, отпусти, и будь с ним счастливый, но только тихий мой дом запомнил любовь и твой запах духов. Детка, я влюблен, не беру твой телефон. Ты же знаешь, я с другой, забывай меня и все. Наше время не пришло, наше время не пришло. Детка, я влюблен, не беру твой телефон. Ты же знаешь, я с другой, забывай меня и все. Наше время не пришло, наше время не пришло. Давай, подчинять и сдаваться, да. Разъярять, обижаться, да. Отпускать, чтоб цепляться. Разрешать ошибаться, позволять ревновать, но не соревноваться. Если собрать все по миру слова любви, то рассказ о тебе будет кратце. Мы как Аникин, нет, больше как Джоли Пит. Ты меня видишь другой, я тебя вижу с другим. Соври, скажи, что не ёкнет внутри. Мы не Барби и Кен, хотя лучше б за нас. Решили как в Симсе, хочешь вернуться в тот день, ощутить все просто с ней, мы там очутимся. Ты прости, отпусти, и будь с ним счастливый, но только тихий мой дом. Запомнил любовь и твой запах духов. Детка, я влюблен, не беру твой телефон. Ты же знаешь, я с другой, забывай меня и все. Наше время не пришло, наше время не пришло. Детка, я влюблен, не беру твой телефон. Ты же знаешь, я с другой, забывай меня и все. Наше время не пришло, наше время. Просто ответь мне, что для тебя значит любить? Что для тебя значит любовь? Ведь кто-то сказал мне, что ее не бывает.
но мы же им не верим. Ну вот и закончился этот трек. В принципе, он мне понравился. Мне кажется, он будет на первых местах, потому что я знаю, такой есть рэп про любовь, да. Тут местами, где просто хип-хоп, а местами именно рэп. Но все равно, типа, он про любовь, рэп довольно спокойный. Мне понравилась песня, довольно большая, 3 минуты идет. Не какая-нибудь там 2 минуты трек, как Игорь Крутой, да. А целых 3 минуты это уже стоит. Тут слов больше поется, тут не один припев поется. Сразу понятно, что это, ну, никакой... Какой-то прям настоящий рэп. Ну, вот, так, вот такая реакция получилась. Мне, честно, песня довольно понравилась, такая спокойная. Я думаю, песне я поставлю 7 баллов из 10. 6-7 баллов примерно. Ну, тут клипа нету, клипу нечего ставить, да. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки. Нажимаем на вот эту вот красную кнопочку «Подписаться». Всем удачи и всем пока. Подождите, забыл сказать. Да, вы увидели, наверное, в нашем интро новая мелодия, да. Надеюсь, вам мелодия эта понравится, да. Меня попросил мой подписчик об этой мелодии. Так что я ее вставил, мне даже самому понравилась эта мелодия, надеюсь, вам тоже понравилась. Как вы всегда можете писать в комментариях, писать, в какую песню мне вставить в свое интро, потому что каждые 2 недели мы меняем мелодию, напоминаю. Ну все, всем удачи и всем пока-пока!